Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаский, и сегодня мы с вами продолжаем наше эпичнейшее приключение в Plants vs. Zombies 1-я часть. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вам нравится эта игра, и вы хотите больше этих приключений у меня на канале. Ну а мы отправляемся, я так понимаю, что это последний уровень сегодня, если я не ошибаюсь, конечно. Ставьте лайк обязательно, если хотите увидеть еще и дальнейшее прохождение, потому что еще есть чем заняться в этой игре. Итак, что берем? Ну, во-первых, конечно же, почитал ваши комментарии, вам нравятся эти солнышки, окей, давайте возьмем. Амбрелла тоже мне сказали взять, защищает 3 на 3 от банджи-зомби. Окей, возьмем тоже. Ну, давайте возьмем катапульты, конечно же, как же без них, они очень хорошо помогают. И, кстати говоря, Пампкин однозначно тоже отлично зашел. Ай, ну давайте, наверное, еще вишенку возьму, тоже может пригодиться. Мне, в принципе, кажется, что это офигенский получится набор, так сказать, готовый уже для того, чтобы мы с вами спокойненько дефались. Блин, я могу, в принципе, вот сюда поставить и вот сюда поставить по Umbrella Leaf'у по одному. И таким образом мы будем с вами задефаны целиком и полностью. То есть ни один из этих банджи-зомби не сможет забрать наше растение, что, в общем-то, конечно, для нас очень неплохой вариант. Так, ну чё, надо бы, наверное, копить уже потихонечку. Хотя я могу, наверное, еще одно солнышко поставить, да? Да, наверное, поставлю. И сейчас вот будем уже копить на катапульту. Думаю, что должны мы успеть загасить. Я поставлю, скорее всего, кукурузку, чтобы маслица тоже стакалась, как бы, и чтобы мы стопали нашего главного противника. Вот, в принципе, все. Да, ребят, именно такой план у меня и был. Просто идеально. Так, значит, сюда у нас с вами пойдет Umbrella Leaf, да? Да, так, давайте, наверное, я сейчас с него и начну, чисто чтобы себе, так сказать, обезопасить. Блин, надеюсь, что меня не обманул подписчик, когда сказал, что 3 на 3, потому что если обманул, то это, конечно, будет жесткая подстава. Потому что у меня, в принципе-то, больше здесь, 100 монет потрачено, 100 солнышек, не очень-то бы хотелось, чтобы они оказались потрачены впустую. Так, я хочу сразу еще задефать с помощью еще одного, вот сюда поставив. Замечательно, все. У нас с вами 3 на 3 задефано. Я надеюсь, что теперь все будет четенько, и мы можем с вами просто тратиться уже непосредственно на дэмэдж. Я думаю, что да, скорее всего так мы с вами и будем делать. Потом выстроим, конечно, еще один ряд этих флауэрпотов, чтобы можно было поставить туда еще больше всего. Ну а пока что просто продолжаем. Я думаю, что можно сконцентрироваться на дэмэдже плюс на двойных солнышках, которые, конечно же, мне тоже очень нужны. С них и начнем. Поехали, поехали. С удовольствием ставлю, потому что они... Ой, мы еще и поставили вообще офигенски. Блин, это офигенно получилось. Вы сами поняли, в чем прикол, да? То есть он почти сразу дал нам солнце. Это очень хорошо. Так, ну чё, давайте сюда поставим тоже и потихоньку будем выстраивать здесь уже дэмэдж с помощью кэббидж пульт. Ставим сюда. Блин, три будут волны, кстати, довольно серьезный заход, но я надеюсь, что все будет нормально. Сейчас наша основная задача — это просто ставить кэббидж пульты. Это как бы приоритет. Приоритет. Ну и потихоньку, вот опять же, там может быть после первой волны будем расставлять флауэр-поты. Думаю, что тоже все будет норм. Так, еще одна кэббидж пульта прилетает, капуста пульта получается, и у нас пока все с вами просто прекрасно. Сейчас вот подождем еще немножко, ставим последнюю, найс. Блин, ну что, ставить флауэрпоты или нет? Я просто боюсь, что какой-нибудь зомбак на банджи сможет спокойно у меня забрать флауэрпот, а я не хочу, если честно, отдавать. Ну типа 25 солнышек, понимаю, что немного, блин, ну хотя в принципе так мало, что можно реально поставить, наверное. Фиг с ним, вообще пофигу, ладно, пускай. Так, ой-ой-ой, случайно сюда нажал. Это была ошибочка. Так, ну чё, блин, ну давайте ставить, ладно, пофиг. 25 солнца реально, это не настолько критично, чтобы за этот счет прям париться как-то очень сильно. Проставлю здесь ряд, и в принципе сюда у нас с вами пойдет, наверное, вот эта фигня. Я пока не буду, конечно же, ставить растения сюда, потому что, ну блин, я не хочу, чтобы у меня были проблемы с потерей целого растения. Ага, смотрите, кстати. Вопрос, смогу ли я его загасить? Почему-то вдвоем они даже не справились. Блин, ну я не хочу тратить.
Ладно, пофиг, я бы на вишню все равно больше потратил, ребят. 150 бы я потратил на вишню, так я потратил всего лишь 120. Наверное, ну, если бы я сразу поставил, то да, может быть, там примерно даже одинаково бы получилось. Так, вот здесь вот, конечно, ситуэйшн вообще не кайф. Блин. Ну, здесь тоже проще потратить вот это 25, чем тратить 150 на черри-бомбу, серьезно. Ну, просто вот чисто по, так сказать, экономике это будет намного более выгодно, на мой взгляд. Так, что там, банджи-зомби будут на нас прыгать или как? Показывайте. Нет, вроде бы не прыгают. Ну, все тогда, просто расставляемся дальше, ребят. Вообще не паримся, просто расставляемся дальше. Так, у нас как раз накопилось очень неплохое количество солнышек. 500 штук, если чё, как бы, если чё. Это очень хорошее количество, и мы просто сейчас с вами быстренько будем все тратить на нужные нам вещи. Так, сюда дэмэдж, сюда... Кстати, у меня пока больше некуда ставить маслица, будем ставить именно на дэмэдж. Еще сюда. Окей, 7. И сейчас еще один поставим. На самом деле можно еще сделать вот так. О-о-о, смотрим, ребят, 3 на 3 или как? Е-бой, вот это красиво. Вот это я понимаю. Мне понравилось. Так, давайте поставим сюда. И надо поставить еще один вот сюда. То есть мы сюда будем тоже ставить вот эту защиту, чтобы у нас тоже 3 на 3 все работало прекрасно. Такс, окей, ставим сюда амбреллу, защита работает, а сюда продолжаем ставить дэмэдж. Ну и, соответственно, сюда тоже будем ставить, вот сюда можно тоже поставить. Слушайте, у нас вообще просто столько солнца благодаря этому солнышку, это просто жесть. Тупо, о, офигеть, он еще и так помогает. О май гад, ребята, вы посмотрите, как это работает. И что, он типа бесконечно будет работать, или у него есть какой-то ресурс? Жесть, это прикольное растение так-то на самом-то деле. Я бы не сказал, что оно мега полезное, понятное дело, что без него тоже довольно-таки легко было бы здесь затащить, но все равно очень даже приятно, что есть такой вот вариант. Так, ну что, давайте, наверное, ставить защиту потихонечку. Я даже не знаю, буду ли я сюда что-то ставить. Наверное, буду, но для нас самое главное это защитить вот эту линию. Это как бы основа основ у нас получается. Там дополнительно, если что-то и будем ставить, то это уже такое себе, как бы. Реально дополнительное получается. Ну все, ребят, вот такая у нас получилась сборная солянка. По-моему, довольно симпатичная. И главное, что реально довольно эффективно. Опа, 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 полетел. Бэмс, полетел обратно. Найс. Тупо найс. Не, меня это радует определенно. Прям определенно. Блин, на самом деле можно реально даже защиту сюда не ставить. Я думаю, что я с удовольствием проставлю еще ряд этих всяких фруктиков, овощей. Ну, в основном овощей. Поэтому я думаю, что да, можно не тратиться на... Можно вот даже вот так вот сделать, наверное. Это уже будет точно последняя линия, поэтому... Да, думаю, что это отличный вариант. Единственное, что вот здесь мы можем пострадать сейчас, да? Потому что, скорее всего, этот сможет... Блин, у меня даже череп-бомба. Почему не череп-бомба? А, ну, ладно. Ну, можно и так, так сказать. Можно и так, да, окей. Ладно, ну тогда... Блин, ладно, пускай останется, будет защитой дополнительной. В принципе, пофигу. Здесь у нас все дефается с вами прекрасно. Полетели обратно. Блин, это вообще офигенно работает. Это сюда. Ну и, соответственно, будем сюда тоже ставить. Это можно тем временем пока что поставить вот так. Найс, все, как бы все работает, все хорошо. Это последняя линия дэмэджа, больше я ставить не хочу. Теперь будем просто с вами ждать, пока все остальные зомби отъедут по-быстрому. Я надеюсь, что много времени это не должно занять, по большому счету. Плюс у нас с вами сейчас уже будет и черри-бомба про запасик, так сказать, вот сюда, например, да? Готово. Все, как бы максимально изи, максимально, ребят. Сейчас у нас еще пампкин зарядится, посадим тоже куда-нибудь, давайте сюда, например. Ну и хорошо же, по-моему, офигенно, по-моему, просто супер. Сейчас реально нужно побольше пампкинов насобирать, чтобы зомби не смогли прорваться через мою первую линию обороны, скажем так, еще и обороны, при этом еще и атаки. Поэтому... Офигенно сейвит, просто офигенно. Но еще и, конечно, у нас есть флауэрпоты плюс череп-бомбы, то есть мы будем их использовать против каких-то жестких, так сказать, наседаний на нах. Но я думаю, что на нас. Но я думаю, что мы как бы и так справимся. Так, окей, с этим разобрались.
Ну, здесь, конечно, деф бы тоже хорошо бы поставить. У нас сейчас будет последняя сильная линия, точнее, сильная волна. Я, в общем-то, готов. Здесь тоже особо не паримся, потому что у нас дефает наш вот этот амбрелла, вот этот зонтик дефает нас от катапульты. Поэтому просто, ну, типа, позволяем ему стрелять, пускай стреляет, если хочет. Нам, по большому счету, на это пофигу, если уж так честно говорить. Так, окей, здесь все норм, здесь у нас защита есть. Ну что, мне остается только, по сути, кстати говоря, мне тоже подписчик рассказал прикольную штуку. Смотрите, смотрите на лестницу, ребят. Так, это подписчик соврал или просто... Не, ну логично, она, наверное, считается, что она на вот этом растении. То есть она не на этой ячейке, а на вот это нужно сюда ставить. Ладно, я попробую еще раз, мне, в принципе, не жалко, у меня как бы 800 солнц, ребят. Могу себе позволить, знаете ли, потратить немножко черри-бомб. Сейчас подождем и поставим еще одну. Вроде бы как лестницы можно ломать с помощью черри-бомбы. Я вам попытаюсь это продемонстрировать. Смотрел, просто комментарии читал. Ребят, все комментарии читаю всегда. И вот один из подписчиков такое написал. Не знаю, работает это или нет. Блин, вот кстати, этот перелез, гаденыш. Так, ну мне бы и сюда вот черри-бомба вообще бы офигенски зашла бы на самом-то деле. Ну ладно, нормально. Я думаю, что она долго откатывается. Это, конечно, просто копается. Ну, придется быстро ставить. Я надеюсь, что успею. Да, найс, найс. Реально ломается, ребят. Реально ломается. Это просто обалденно. То, что ломается лесенка, можно ее сломать. Соответственно, можно регулировать вот эти вот заходы. Так, бум, вот этот дум. Это получается как Дейзи, я так понимаю. Дает тебе сильвер и золотые монеты. Ага, то есть можно фармить монеты. Ух ты, Гаргантюа. Впервые, по-моему, за всю игру Гаргантюа, если я не ошибаюсь, его реально ни разу же не было. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, это правда так. Офигеть. Так, ну я хочу попробовать Маригольд поставить, мне просто реально интересно. Я Банджи не вижу здесь, поэтому, видимо, нам не нужно брать Амбреллу, но он просто бесполезен будет здесь. Защиту возьмем, вишню возьмем, погнали. О май гад, Гаргантюа! Ну, ребят, здесь будет как бы... Это дело чести. Это дело чести. Здесь надо затащить. Буду стараться изо всех сил, понятное дело, чтобы затащить с первого раза. По-моему, я почти... То ли почти все, там, может, за исключением одного уровня, прошел с первого раза пока что. Меня это, конечно, очень радует. Посмотрим, что будет дальше. Так, к сожалению, кстати, всего лишь две волны сильных, поэтому я не знаю, насколько сложный будет уровень. Просто уровень с Гаргантюа, мне кажется, должно быть 5 сильных волн, чтобы уж прям разыграться как следует. Ну окей. Так, Маригольд я могу, в принципе, уже сейчас поставить, по-хорошему-то говоря, или как мне лучше? Да, наверное, поставлю сейчас, чтобы он уже начал вырабатывать мне монетки. Блин, ну, кстати говоря, возможно, по дэмэджу я не очень успеваю, сейчас посмотрим. Главное, чтобы чтобы масло стакалось. Если будет масло стакаться, то все будет хорошо. Пока что зернышки. Ну, и чё? Есть масло, супер. Все, нормально, я думаю, что здесь уже затащим. Давайте это. Да, серебряная монета, ребят, я думаю, что если много маригольдов посадить, у них еще и довольно-таки быстрый откат. Я думаю, что это... Блин, мы все-таки не смогли, да? Досадно, честно признаюсь. Честно признаюсь, реально досадно. Так, ну как мне лучше сделать? Я, наверное, сделаю вот так вот, чтобы у меня уже начиналось потихонечку больше солнц приходить. Так, здесь у меня вроде бы защита есть. Поставлю несколько маригольдов, реально просто, чтобы мне приходило деньги. Люблю вот, когда есть монетосы, поэтому... Конечно, понимаю, что, блин, еще Гаргантюа на нас нападать сейчас начнет. Ну ладно, надеюсь, что все будет нормально. Так, окей, у нас с вами здесь кукурузка, мне бы, конечно, еще вот сюда бы ее посадить, и вот сюда бы ее посадить, чтобы у нас хотя бы одно дамажащее растение было на каждую линию. Блин, вообще не стакается масло, если честно, вообще не стакается, что за жесть, просто жесть, ну, повезло, хотя бы что добили. Так, ладно, дэмэдж у нас есть везде теперь потихонечку можно ставить как? Можно ставить еще маригольды. Я хочу, чтобы у меня был прям ряд маригольдов, пускай и не симметричный, но все-таки ряд. И сейчас уже начинаем ставить еще и кэбэдж пульт тоже, чтобы у нас все было четко. Так, все, сюда пошло. Так, маригольд пока откатывается. Давайте, наверное, ну я пока поставлю сюда еще по маригольду. Опа, это тоже ставим. И сейчас надо будет поставить еще ведерки эти, чтобы посадить еще капустопульты. Деньги, конечно, очень важно собирать, но нельзя забывать про дэмэдж тоже. Окей, сначала все-таки поставим
Damage. А вот сюда поставим Marigold. Nice. Ну, вроде бы пока более-менее, ребят. Не сказать, что прям идеально все, но вроде бы пока более-менее. Так, сюда мне нужен дэмэдж, сюда мне нужна ведерочка. Давайте я сначала дэмэдж поставлю. Денежки капают чуть-чуть. Сюда поставим Marigold. И, в принципе, все, я пока больше ставить не буду, потому что, ну, реально стрёмно, что просто не хватит дэмэджа против Гаргантюа. Так, нормалек. Сюда, значит, этого ставим. И сюда поставим вот это. Все, найс. С этим разобрались. Теперь просто идем уже в дэмэдж. Просто катим в дэмэдж, ребят. Ну и будем выставлять следующие линии, получается. Как бы у нас пока все более-менее. Я считаю, что и хорошее количество денег приходит. И при этом еще и дэмэдж мы с вами действительно уже выправили, мне кажется, полностью. Так, хочу себе поставить еще двойное солнышко. Давайте еще сейчас подождем. Еще одно получим. Фикс. Дайте, плиз. Плиз, кто-нибудь солнце. Наверное, уже сверху. О, золотая пришла. Найс. Вот это я понимаю. Вот это царский подгончик. Ну все, погнали. Ставим тогда следующий ряд пока что. Мне пока двойное солнышко откатывается. Мы можем спокойно ставить с вами еще ряд. Почему бы и нет. Блин, ну я так думаю, что Гаргантюа сейчас уже вот-вот, ребят, придет. Я не знаю. В принципе, наверное, я даже не знаю, хочу ли оставить катапульту или все-таки оставить лучше деньги на черебомбу, но решил все-таки катапульту поставить. У нас, по идее, откатится. Еще золото пришло, кстати, найс. Так, смотрим, смотрим, если Гаргантюа. Еще золото пришло. Вижу только обычных зомби. Ну, в принципе, окей, тогда ставим еще катапульту. Это нам все равно, ну, как бы в любом случае надо делать, поэтому все ок. Так, и сюда еще ставим. Хорошо. Я думаю, что еще одну линию. Опа, опа, пошел, ребят, пошел. Еще золото, блин, сколько же мы денег заработали за это. Просто, я не знаю, можно реально фармить деньги только так. Вообще офигенно. Ага, выжил. Выжил, гаденыш. Он еще и мелкого закинул, блин. Так, погодите, я смогу его затащить? Ага. А кукуруза справится одна с ним или нет? Вопрос. Вопрос, ребят. На засыпку. Да. Блин, так-то, кстати говоря... Офигеть! О май гад, был! А что делать? А как нам дефаться против него сейчас? Интересно, а защита справится или нет? Мне нужна еще одна черепомба срочно. Причем срочно. Не, нифига не справляется, ребят. Офигеть. Ну, у меня есть как бы газонокосилка. Она сработает, конечно. Но я надеюсь, может быть, я успею через черепомбу зайти. Не хочется терять, конечно же, двойное солнышко. Так. Я не знаю, что делать. Наверное, сделаю вот так. Ё-моё, ё-моё. Так, раз, два. Нет! Блин! О, боже мой, это было так тупо. О май гад. Это было очень тупо, ребят. Но, блин, ну я ничего не мог здесь сделать. Реально, я просто максимально быстро старался, но просто банально ничего уже не успевал, к сожалению. Так, ну давайте я, наверное, поставлю все-таки еще один Marigold. Вряд ли он пойдет по этой же линии, поэтому я могу здесь себе это позволить. Ну, будем высаживать заново. По сути, что, эту линию теперь надо дефать еще сильнее, потому что мало ли что. Если он пойдет по этой же линии, это будет прям грандиозно. Хорошо, что у меня есть, кстати, руф клинера. Без них реально мы бы сейчас просто проиграли бы этот весь уровень просто в суку и все. О май гад, ну это, конечно, было прям... Это была подстава, это была жесткая подстава. Еще удивительно, что, конечно, черебомба... Ну, учитывая, что мы даже внесли дэмэдж с черебомбы, все равно это не помогло. Так, это лезет сюда. Так, золотое, это, конечно, хорошо. Я не знаю, ребят, что творится. Что-то все меня, это, заходят на мою территорию, что-то делают, блин, непонятно. Так, 125. Я не знаю, успею я поставить сюда вот это плюс. Еще хочу защиту поставить. Хотя я не знаю, даже нужно ли ставить защиту, по большому счету. Учитывая, что я хочу еще линию поставить, наверное, не буду все-таки. Так, давайте, мне еще двойное солнышко нужно еще поставить, а то у меня солнца не хватает, если уж честно говорить. Да, да, сложновато это все выглядит, если честно, с Гаргантюа вообще прям жестенько, жестенько. Последняя волна, в принципе, я думаю, что я здесь уже не буду ставить какие-то дополнительные ли. Ага, ясно. Ну, что сказать, ребята, что сказать? Нечего особо, если честно.
Особо сказать-то мне и нечего. И он идет по этой же линии. О май гад. Так, ребят, ну это уже вообще никакие ворота не лезет, если честно. И как мне здесь задефаться? Вопрос. У меня нет солнца вообще. Мне нечем дефаться. Ну выстрели ты сюда! О май гад, серьезно? Я сейчас проиграю? Серьезно? Ну выстрели ты сюда, добей, пожалуйста, ты его. Да боже ж ты мой, что происходит-то? Я в шоке, ребят, я реально в шоке. Мне не хватает солнца, я не просто не успеваю. Офигеть! И они, главное, пошли по этой же линии. И что делать? Я уже не успеваю здесь поставить, нифига, у меня солнце просто не придет. Офигеть! Это просто жесть. Ну, сейчас переиграю до этого момента и вернусь к вам, ребят, что делать. Ну что, я снова подбираюсь к Гаргантюа. На самом деле все намного проще теперь сложилось, просто потому что я не брал с собой вот этот Меригольд, который дает нам, собственно говоря, вот эти монетосы. Конечно же, очень приятно их получать, но по большому счету, конечно же, они занимают место. А место — это все-таки важная штучка в этой игре. Так, ну что, начинаем потихонечку, наверное, да? Бенц, первый дэмэдж пошел. Я также думаю выкинуть сюда вот это. Просто чтобы задефать линию, можно было бы, кстати, в Гаргантюа отдать, но ничего страшного, я думаю, что и так будет норм. При этом сразу выкидываю сюда катапульту, чтобы у нас потихонечку дэмэдж в Гаргантюа шел. В него прилетает маслица, он застанен, все замечательно. Я думаю, что мы уже даже без помощи вишенки, на самом деле, даже справимся, но если вдруг что, она откатится. А мне вообще без проблем, ребят, без проблем. И арбуза пульта нам с вами прилетает, что тоже очень сильно меня радует. Кстати, нет, есть еще и следующий уровень, что интересно, 5 и 9, видимо, как раз таки, да, наверное, вот последний уровень, его мы посмотрим уже в следующей серии. А на сегодня все. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, буду вам очень признателен. Ну и увидимся уже совсем скоро в новой серии этой замечательной игры. До скорой встречи и пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддерживают меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах, запомните их и присоединяйтесь.